Илья Шиманович завоевал золото на Кубке Сальникова, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Дистанцию в 50 метров брасом белорус покорил за 26 секунд. Сегодня у нашей сборной есть шансы завоевать еще 3 медали. Шиманович квалифицировался в финал на 100 метров брасом с лучшим результатом. Такая же ситуация у Евгения Цуркина на 100-метровке баттерфляем. На полтиннике на спине выступит Виктор Стасилович. Финалы начнутся в 16:00.